Какие выпуски? Об, как их зовут там? Да, Ваня. Давайте тогда начнем, да? Все. Вы, пожалуйста, представьтесь. Мы, вот наша организация, сделаем вам несколько вопросов зададим, да? Хотел бы услышать от... Вот хочу предупредить. Я глуховат, так, ясно? Чтобы громче кричать. Хорошо, пока. Ясно. Есть у меня и аппарат, но не то. Хотелось бы Уткин услышать. Василий Степанович. Уткин Василий Степанович. Марта моя внучка. Все нормально. Вот и все. Ну, что вам сказать? Хотелось бы услышать о том, участвовали ли вы в боевых действиях конкретно во время продвижения войны. То есть. Хорошо. В апреле 42-го года из 10 класса меня призвали в армию. Я учился в 10 классе. В апреле. А экзамен-то в июне выбывает. То есть я не кончил. Привезли нас в Горький, или сейчас Нижний Новгород, в Сормово. И стали учить на радистов. Это весной. До лета, до мая прожили. На фронте было тяжело. И казалось, что там нужны не радисты, а стрелки. И всех нас погнали на фронт. Я помню сейчас. Нас посадили в телячьи вагоны. Нет, еще до этого. Дали сухой паёк. Мы в школе были, стояли. Построили нас всех. Идти на вокзал. Дали сухой паёк селёдину. И нужна была еще картошка вареная к этому сухому пайку. Но повара не успели сварить картошку. Вот стоим. Выходит командир. Почему не отправляете? Да вот картошку ждем. Срочно давайте сюда картошку. Вот два повара такую кастрюлю тащит, третий с черпаком. Вот так мы стояли в строю. Вот всем. Кому, кто успел вещевой мешок открыть, мешок, кому не успел, в пилотку, кто не успел, в подвал шинели. Раз, прошли за 5 минут весь строй, всем и пошли на вокзал. И вот там, смотрю, посадили нас телячьи вагоны, и кто-то из ребят запел: «До свидания, города и хаты, нас дорога дальняя зовет. Молодые смелые ребята, на заре уходим мы в поход». Вот такая песня. Мы все поддержали ее, весь же. А кто на вокзале остались, на перроне, все заплакали на взрыв. Мы ехали на фронт, значит, на смерть. Ну, до Москвы доехали нормально. В Москве нам дали сухой паек, поехали дальше. Там уже все было разрушено, только стоят... В деревнях трубы, а деревни сожжены. Тогда уж в декабре 41-го года от Москвы догоняли немцев. Доехали до Воронежа, часть старшего отправили на фронт. До Ростова, в Ростове остальных направили, а часть в Москве. И нас 10 человек повезли за Кавказье, в Грузию. Есть там городишко Тетрисхара. И стали учить. 10 человек со всего состава. А? 10 человек со всего состава, со да? Со всего состава, вот только живы остались. Между прочим, там уже мы когда учились, познакомились с ребятами-то. После войны никого не встретил. Все погибли. А вот мы 10 человек спаслись. Ну, учились радистами, потом стали сами работать. Что за работа? Мы были радиоразведчики, то есть принимали радиограмму противника. Немцев, румын, испанцев, там турок, иранцев, для всех. Нас человек 200, человек 600 радистов, а на каждый приемник 3 человека круглосуточно, значит, приемников 200. Все обслуживали, весь мир, как говорится. И пилинговали. Вот принимаем радиограммы и пилинговали. Откуда это? А это обычная воинская часть сообщает. Значит, немецкие или какие-то воинские части, где находятся. В Москве. Это все в Москву отправляли, там расшифровывали и действовали. И вот мы дожили до того, что
собрались как-то с ребятами и говорим, вот мы здесь сидим в тепле, но родись в тепле должен быть и в светле, а там на фронте люди наши гибнут, раненые становятся, защищают родину, а мы здесь бездельничаем. Вот так у нас мнение было. Написали рапорта на фронт, и я тоже писал. Я не дурак был и не совсем. И вот собрал нас командир, 15 человек оказалось таких, и говорит, вот вы написали рапорта на фронт, мы вас можем отправить, но что вы там будете иметь? Хорошо, если вам удастся убить одного-двух немцев, это самое лучшее, а больше всего край вас или ранят, или убьют, и вся ваша фронтовая деятельность закончится. А здесь вы такую пользу приносите командованию, что каждого вас можно считать за 100 человек фронтовиков. Это вот сам командир нам говорит. Подумайте. Ну, подумали, не стали. Но, видимо, начальству наш патриотизм не понравился. Что мы ничьи не уважаем свою работу. Вот из Москвы приехал товарищ, ну, делать нам доклад о международном положении, и об этом сказал. Вот конкретно ваша работа. Вот смотрите, когда наши войска окружили немцев под Сталинградом, окружили, Гитлер решил освободить их, разорвать кольцо окружения. И вот завезли несколько эшелонов танков в Сальские степи, там какой-то городишко, я уже забыл, и наметили оттуда прорвать танковым штыком, разорвать. Мы, они когда приехали, стали разгружаться, стали докладывать в Берлин телеграммами, что вот тот от такого числа пойдут и все прочее. Мы это все приняли, установили, пилинговали, где находится. Командование, по нашим данным, узнало об этом, успело организовать оборону. То есть на пути движения танков наставили мины, пушки, «Катюш» уже были, все, самолет. И когда они пошли, они были разбиты. Вот это наша заслуга. А участвовал я или нет, это другой вопрос. Еще один вопрос. Вот Япония с нами всегда была враждебна. Ну, война на Холкинг-Гоне, там в Холкинг-Голе и в других местах. И было известно, что японцы хотели наступать на нас также в 41-м году после нападения Германии. Но пока не наступали, не нападали. Для того, чтобы узнать, нападут японцы или не нападут, и когда, если нападут, это важно было знать, послали туда нашего разведчика Рихарда Зорге. Это вот нам все тоже это говорил офицер. Он туда поехал, ему вот это дали задание узнать. Он познакомился с немецким послом Японии, подружил с ним, в кавычках, и узнал. Сообщил в Москву, Япония выступит против Советского Союза после того, как немцы захватят Сталинград. Как известно, немцы Сталинград не захватили, значит, Япония не выступит. Она все ждала, когда мы вообще ослабнем, а значит, у нас есть силы. Это дало возможность часть войск Дальнего Востока, а там было много войск против Японии, перебросить на этот фронт. Значительно улучшилось это положение. Так вот, немцы, когда узнали, что их посол дружил с нашим разведчиком, приказали ему вернуться в Германию. Он, зная, что его расстреляют, отказался. Посол отказался ехать в свою страну. И вот немцы придумали секретную миссию. На самолетах завезли на нашу территорию, на безлюдное место, это сейчас Казахстан, возле озера Балхаш.
Там безлюдное место, там много полей и все прочее. И стали там строить взлетно-посадочную полосу для того, чтобы прилететь в самолет с фашистами, заправиться тут и летит уже в Японию, там уже близко. Когда они построили эту полосу, стали сообщать Берлин, что уже готово, приезжайте, прилетайте, мы все тут. Мы это перехватили, записали переговоры и запеленговали, где находится эта станция. Наша команда послала туда войска, в какие не знаю. Они захватили этих немцев и тот самолет, который должен лететь в Японию. Вот наша задача. В чем тут мое участие? Так, да. Вот так. И еще. Вот если вы изучали, газеты читайте, после войны немцы большинство бросились в Аргентину. Это на юг Японии, этой Америки. То есть они друзья были. И тогда они еще дружили. Так вот, существует аппарат, автомат, передающий морзянку быстро. На ухо уже не услышишь, не поймешь. И вот передавали они все туда, в Аргентину. Где-то не у нас, а в Советском Союзе были такие аппараты. И принимали. И что характерно, там все, ну, хозяйственные вопросы. Но есть ссылка на какую-то станцию, которая секретная, неизвестна. И вот нам прислали задание найти эту станцию работы Германии с Аргентиной. Собственно, как иглу в стоге сена. Но наше командование что придумало? Поставили рядом 4 приемника. 4 человека. Ну, а значит, 12 человек на каждый прием, 3 человека. Круглосуточно, без прерыва. И вот весь диапазон ВОЛ разделили на 4 части, на 4 сектора. И каждому дали свой. Вот этот, а вот этот, этот. И вот сидишь целые сутки, ну, целую смену, вернее, и в своем месте ищешь, крутишь, крутишь. Но находили станции новые. Пошлю, примешь, пойдут в Москву. А тут вообще это не надо принимать. Это наши летчики работают. Или это наши корабли работают. Или даже есть совхозы имеют радиостанции. То есть тяжело было искать, да? А, тяжело было искать именно. Конечно, эту станцию, очень тяжело. Весь эфир засран. Вот. А вот сидим неделю, вторую, ничего. То, что надо, нет. Мне так хотелось найти, что мне приснилось ночью. Она работает на 28 метров. Пришел на дежурство и давай крутить. 27, 28, 29. Вот это только. И нашел станцию какую-то. Принял телеграмму, послали в Москву, а тут вообще это то самое, что нужно. Но передали другому радисту постоянному, а нас оставили на свободный поиск, опять четверых. Ну, не я, товарищ мой, поймал станцию, которая работает ночью только, в 12 ночи, минут 5-10, не больше, и прекращается. Целые сутки сидят все три человека, все три смены. Ничего, опять 12 часов опять работает. Приняли радиограммы. Дали команду передгаторщикам запеленковать. Оказалось, она посреди Черного моря. Ну, кто посреди не может быть? Подводная лодка. Значит, она, это уж мы решили. Значит, она ночью выходит, заряжается, сообщает в Берлин, что она где находится. На другую ночь... Ближе уже к Сухуми, еще ближе. Наша команда сообщила в Сухумский аэропорт, то это пограничникам, те на катерах вышли с глубины бомбами, а им точно указали место, где она уже подошла, и уничтожили ее. Вот это задача, как говорится, была. Да, очень интересно. А, знаете, расскажите о наградах, которые у вас есть. А, ну, за что вы их получили, за какие заслуги?
Такие имеются же. Вот я считаю самой ценной наградой медаль за оборону Кавказа и за победу над Германией. Остальные все это, ну, в праздники. Вот день. Вот и в этот день победы уже тоже вот. Вот 35. Там 50-летие, 60-летие, все это вам перечислить. Ну, не обязательно. Самое главное, где, самое где-то записаны все. Нет, даже не обязательно. Орденов как таковых нет. Я, ну, я непосредственно не участвовал, а вот это все вообще. Угу. А это уж тоже орден есть. Как он? Отечественной войны второй степени. Ну, это юбилей тоже. Они непосредственно. А, еще вопрос. А с какими чувствами вы шли на войну? А, и с какими уже возвратились с нее? Чувствами я скажу. Я взяли, но знал, что надо защищать Родину. Надо. Это не то, что сейчас вот на год отправляют ребята и бегают все, скрываются. Я шел с намерением воевать и защитить Родину. Так. Ну, получилось так, что отправили нас в Грузию. Это уж не от меня зависит. Моя мать мне говорила, что я молилась за тебя. Вот, может, это и спасло. Ну, ладно, это все ерунда. А вот когда вышел оттуда, служил я срочной службы 8 лет. Срочной службы. С 42-го по 50-й. Из них непосредственно считался на фронте полгода. Как считался? Мы выезжали к фронту, то есть вот, чтобы вам понятно было, вот мы принимаем радиограммы, так, и вот станция какая-то, очень плохо слышно. А командованию надо знать, где это в воинской части, там, что они передают. Вот снаряжает у нас группу, две машины. И едем куда-то ближе к фронту. И там на нашли место, где хорошо слышно, там останавливаемся. Вот такое. После 8 лет я вернулся домой. За 8 лет девчонки, с которыми я учился, все закончили институты. И их отправили, раньше все назначали, как закончил институт, отправляют куда-то, на край света или куда хочешь, куда захочешь, прикажешь, сейчас выучиться, куда хочешь иди, и никуда можешь не поступить, а тогда было обязательно. Ну вот, я был, да, что характерно, я из небольшой деревни, Горьковской области, или сейчас Нижегородской области. У нас во время войны забрали на фронт 35 человек. Деревня небольшая. Все молодежь в основном. Вернулось 5 человек только. 30 человек не вернулись. Погибли. Какие вернулись? Один без ноги и выше колена. Один без рук, без глаз. Когда мы его спрашивали, как получилось, а говорит так, схватил немецкую гранату, хотел бросить обратно, и она у меня взорвалась в руках. Вот все. Один, половина черепа у него снесена, чтобы не выпали мозги, пластинка вставлена. Ну, один ранен в плечо. Я один пришел здоровый и не больной. Был желанным женихом. За 8 лет девчата выросли, всем замуж нужно, а никого нет. Все парни погибли. Ну, он женился на ней, на невесте. И до сих пор. И до сих пор. В одном браке. 59 лет мы с ней живем. А, тогда такой сразу к вам вопрос. Была ли любовь у вас до того, как вы в брак вступили на фронте? Возможно, было такое, что кто-то
Ну, у вас с кем-то были отношения на самом фронте, когда вас отправляли. Раз это вас интересует, сложно. Было. У нас в части девчата работали тоже радистами. И вот я в одну девчонку влюбился. Я, потому что из школы, из 10 класса меня взяли, 10-18 лет, мальчишка. Туда приехал, и вот она ко мне пристала, так обнимала, так целовала крепко. И я растаял, влюбился. Ладно, прошло примерно месяца 3-4, мы встречались, все, целовались. Я первая любовь, у меня не было любви никогда. И вот один, я был на стабилизатор работал, у меня был наган постоянно. Там на Корее никого нет, у всех у нас наган. И вот раз пришел пригласить ее в кино, а мне говорят, она ушла вот с таким-то офицером. Как так? Моя любимая ушла с офицером в кино. У меня помутились мозги. Не может такого быть, я не прощу. И пошел, решил убить их и себя. Пошел туда, недалеко от клуба. Сел на тропку и жду, как кончится кино, пойдут. Думаю, все это я сделаю. Дождался. Все вспоминаю. Как может закончиться любовь первая. Вдруг люди пошли из кино, я приготовился уже. Подходит ко мне одна девчонка. Вася, что ты тут сидишь? Они пошли другой дорогой. Как, что, чего, я ничего не знаю. Да все видят, что ты их ждешь, вот ее и его. А у тебя оружие, что в мозгах, неизвестно. Поэтому, чтобы не было никаких неприятностей, они ушли другой дорогой-то. А вообще-то, ей нужно бы же, ты ей бы сделал беременность. Но ты еще глуповат в этом деле. Прямо мне в лицо. Как кипятком меня ошпарило. Вон в чем дело было. Я, дурак, влюбился. Вот моя первая любовь. И любовь кончилась. Так. А расскажите, пожалуйста, нам о своих командирах, о своем начальстве. Кто больше всего вам запомнился? И чем запомнился? Хороший был у нас командир части, майор Иванов. Пожилой такой старичок. Он нас уважал как мальчишек. И относился к нам как к мальчишкам. Даже прощал наши иногда грехи. Хороший был мужик. Ну, других много там офицеров всяких, никаких они ко мне влияния не имели. Вот мой командир, там у нас были не рота, а вроде взвода такие были, а Машинский. Офицер как офицер, ни хороший, ни плохой, ничего плохого от него не видел. Правда, я раз на гуфвахту попал. И вот он меня посадил на гуфвахту по указанию другого офицера. Я тоже расскажу, как случилось. А дежурить надо, раз я на гуфвахте сижу, а там товарищем за меня. Вот он приходит, Уткин, вот на гуфвахту. Вот в 3 часа ночи заступишь. Я говорю, да вы что? Я здесь в грязи лежу, не сплю. Как же я заступлю? Вот если отпустите меня сейчас, то я вымоюсь, высплюсь, утром заступлю. Ну, хрен с тобой, иди. Я говорю, вот это мужской разговор. А как попал? Уже после войны, вы знаете, 27 миллионов погибло, а мы остались все живы. Нас держали до 50-го года. В 45-м война откончилась, а нас все держат и держат и держат. Предлагали идти на офицерскую должность, на курсы офицеров и потом будешь офицером.
И да, и мне предлагали, но нет. И вот один старшина поехал, закончил курсы, приехал, и ему поручили нас учить строевой. А я уже лет пять этой строевой каждый день занимался. И съездил в отпуск в Горький. Перед этим отпускали нас, чтобы мы уж не так бастовали. И вспоминаю, как я гулял дома в деревне с девчатами. Как хорошо было. А иду так, задумался. Он, Уткин, выйти из строя. Плетус, как говорится. Вышел. Строевой, покажи. Я посмотрел, я 5 лет этой строевой занимаюсь. Какой сейчас я вам буду показывать? Я шаганул, как строевой, и прямо в казарму. Он, стой, кругом, Уткин, вернись. Я иду, ушел. И это ему назло. Но сказал бы он мне, что Уткин, иди нормально там, подними ногу. Замечание, и все. А девчата тоже в строю, все ха-ха-ха. Ну, думаю, пусть мы снимутся не на дом, но я над тобой. Пришел в казарму, сижу, взял книжку, думаю, ну уж читать некогда, знаю, что уж сейчас придет. Прибегает, ты что такое, да ничего, говорю, все нормально. Иди к командиру, я тебе 5 суток даю, ШИЗО. Я говорю, ладно, он ушел. Дурачком прикинулся и сижу опять. Приходит через полчаса, окончил занятие. Ты что, не ходил? Я говорю, куда мне спешить? Это вам надо, да, мне это спешить незачем. Ну, пойдем. Пошли. Пришли туда, командира нет на месте в кабинете. Ну, ладно, другой раз. И ушли, и ушел я. А этот не имеет права младшего лейтенанта сажать, только капитан. Ушел. Ну, я уж стал забывать. Выходной день стали оформлять в город, в увольнение, и я записался. Сначала список старшина записывает, потом командир подписывает эти уж уволительные. И вот он увидел, а Уткин тоже в уволении. Нет, он вот то-то-то-то-то-то-то, давай. Вот, командир, 2 суток. Ладно, я побежал. Да. Только не сейчас, в другой раз. Почему, думаю, не сажают? Пришел в эту в ШИЗО, а там девчата сидят. Нельзя с ним сажать. Оттянули еще раз это. Потом, ну, долг-то есть все-таки. Держались, их освободили, куда девчата. И мне вот позвонил командир в ШИЗО. 2 суток. И чтобы он работал. Дать ему швабру и ведро мыть полы. Ладно. Ну, пришел я в ШИЗО. Мне дали швабру, ведро. И с часовым, ну, тоже товарищ, солдат один с винтовкой, идет сзади для формы. Дошли. А казарма вот такая, убытая. Тут часовой стоит, дневальный. И мы говорим, вот как пойдет, так какой офицер, кричи сильнее, здравия желаю, чтобы я услышал. А сами, сам пришел, и часовой и я сели на койку, и слушаем, ребята читают там Швейка, и мы слушаем. А воды набрал в ведро, сейчас, наверное, прошел. Приводит еще девчонку. Тоже арестованная. Я говорю, за что? Да вот мы ходили вчера в кино в городе с такими-то. А старшина услышал. Мы вышли и засмеялись. Старшина услышал. Мой голос узнал. Вот меня требует, скажи, кто с тобой был. Я сказал, не скажу. Вот и меня и посадили. Я говорю, ну вот и сиди, ладно. Сидим, слышим, часовой кричит, здравия желаю.
Я ведро раз, прям под койки вылил, он отрет, и я тут хожу. Заходит, ну как дела? Да вот трудимся, а те ребята, которые залили в люди чемоданы, ругаются, так вы ган тащили. Ну, продолжайте. И тут обед, кажется, или уже ужин, не помню. Да. И пошли на обед. Мы с ней под ручкой и с ведром, сзади часовой, с винтовкой. И все, кто увидит, что мы идем на парочку в ШИЗО, и все, возьмите меня. А он машет винтовкой. Нельзя, отходите и все прочее. А комиссар из окошка увидел и сообщает в ШИЗО туда, чтобы в караульное помещение часового посадить за то, что наше. Только мы пришли туда, у него винтовку-то брали, давай садись тоже. Вот и мы тобой сидим. У меня были кое-какие планы, думал, если бы он не лез. Но трое сидим. И сидели, и она заплакала. Мамонька родная, до чего я дожила, и так далее. Но сообщили командиру части, нет, дежурному. Отпустите ее. Отпустили. Оставился я один и часовой этот вот. Нет, да. Ну вот и потом же командир пришел меня освобождать, а я сказал. Вот так. А какое было ваше отношение и ваших, возможно, сослуживцев к Иосифу Виссарионовичу Сталину? Да, я его очень уважал. А сейчас я понял по-другому. Если уж хотите, я вам скажу, почему. Перед самой, мы не знали всех тонкостей, а уж вот после, когда он, перед войной он весь командный состав расстрелял. Гитлер прислал такую ксиву о том, что они участвуют, сотрудники немецкого штаба. Он, не разбираясь, и всех расстрелял. И коих посадил. Вот Рокоссовский был посажен. Еще там ряд. Ну, выдержал, живой остался, командовал. А то уж неким был командовать. Еще один вопрос. Сталину сообщали, что вот немцы подогнали к нашим границам свои войска. Другие сообщали, что вот такого числа выступать про нас, на нас нападут. А он все надеялся, что Гитлер выдержит слово, там было у нас Молотов-Риббентроп договор, что он выдержит. Ну вот и выдержал. И даже не стал, мобилизацию не объявил. Войска, как говорится, в этот день без оружия. Что получилось? В воскресенье это было, 22 июня. Всех распустили в отпуск. То нет, но вот гул. И вот как немцы налетели, сразу разбомбили аэродромы, самолеты. А летчики-то в городе гуляют. Прибежали, уж нечего делать-то. Их живо просто захватить. А потом еще была у нас по старой границе линия Мажино. Укрепление все было. Так вот, перед этим сняли все оружие оттуда, войска убрали. Ну и немцы проехали под очередей, и все. А то можно было бы сдержать. Это все ошибки Сталина. И поэтому погибло очень много людей с самого начала, когда еще бесхозяйственность была, без бардак, как говорится. Не вооруженно ничего. Уж потом только сообразили, что надо серьезно воевать. Вот Сережа же начали уже трудности. И тыл работал, ребятишки и все прочее. Случались ли непонимания, конфликты на национальной почве? То есть фронт был многонационален, много наций было, наверное, скорее, ну, как это говорить, да? Хотелось бы услышать это от вас. Ну, какие конфликты? Много наций было. Но мы были в Грузии. Ну, грузины относились к нам нормально, к
как говорится, никаких претензий. Мало было ли случаев, там такое, дети. Один наш солдат в городе подружился с девчонкой, грузинкой. А парни его избили за это, что он за грузинкой. Ну как парни обычно, в деревнях все лупят других, кто придет посторонним. А другой товарищ его, этого парня, прибежал в часть, вот бивают нашего солдата. Там собрались человек 10, побежали его защищать, лупить этих грузин, парней. Кто попадется, кто виноват, кто не виноват. Потом доложили дежурному, тот собрал вооруженных конвой, ловить своих солдат. Вот такая была. А так с грузинами нормально. Нормальные люди, как все люди, люди. И у меня даже друг есть грузин до сих пор. Они хорошие люди. Но всех вежливее или культурнее к нам относились армяне. Армяне. Почему? Ну, у них тоже такая же религия, как у нас. Но у них территория-то все горы. Мало места для посева хлебов. И вот они все поразъехались по всем странам. В России много их армян. Мы их приняли как людей нормально. Они нормальные, они умные люди. А в Турции их порезали всех. Слышали, турецкий там был. Да. Вот. Азербайджанцы были. Один у нас азербайджанец, он не ел свинину и не пил вино, у них не положено. Запрещал им Магомед. А потом его звать Ермамедов хан Баба Оглы Гамид. Оглы – это отец, Гамид – отец. Ну, стал он худеть, раз нам сюда супы мясные кормили, между прочим, хорошо. И что характерно, хорошо. Но все равно мы голодные бывали, уходили, порции небольшие. Стали жаловаться, потому что нам не давали все время сидеть. Каждый день то бросок, то занятие, то еще чего-нибудь, работа какая-то, если не дежуришь. Так что жиреть не давали. Он тем более похудел. И вот он подружился с нами, мы его стали звать Серега. Ладно, такой прекрасный мужик. Азербайджанец. Теперь про украинцев. Украинцы, как вам назвать-то, стремились выдвинуться. Служайте, служайте его. Вот так. Допустим, нас привезли, стали заниматься стрельбой. Всех, кто тут есть, все занимаются. Но мы то разговариваешь, то ноги не тянешь, то еще чего-нибудь. А уж он, как сказано, он занимается. А мы тоже грешным делом то в самоволочку сбегаешь, то еще выпьешь. Он ничего. Смотришь, через 2-3 месяца ему ефрейтор дают. И он уже командует нами. А голос такой, ну что, несколько. Но сказать, что мы предателями, самые худшие русские хуже всех ведут себя. Ну и я в том числе. А почему? Дисциплина? А почему они хуже? Почему? Да. Сейчас скажу. Вот грузины, у них привычка, завтракают, выпивают бутылку красного вина. Ходит он красный, здоровый, не пьяный. А русский, как попалось, надо уже до срачки, как говорится, валяться, ругаться. Ой, еще один. Вот. У русских есть ругань, ёб твою мать.
как, между прочим, ну, присказка. Мы уже не замечаем смысла этого сказанного. А вот грузину скажешь: как? Ты, мою мать, да ты врешь. Не, может быть, ты ее не видел. Где ты ее видел? Начинает рассуждать это все, весь процесс. А какое ваше отношение к немецким солдатам было? Каким вы их видели? Были ли пленные, возможно, немецкие, с немецкой стороны в вашем фронте? Со стороны кого? Ваше отношение к немецким солдатам, к немцам, так скажем. Какими вы их воспринимали? Как вы их воспринимали? Солдаты как солдаты. Вот. Мы близко-то их не видели. Я же вот говорю, вот раз проезжали, да, в Армении немцы строили подводный тоннель из озера. Там у них, вот, память слабая. В горах озеро большущее. Вот мы возле него стояли. Севан. Из него делали тоннель под низом и делали эти станции, электроэнергию поступать. Когда все построили, внутри взорвали, и вода пошла по этому каналу. И все станции заработали, электроэнергию в Армении много стало, все прочее. Но время шло, дошло, и уж когда я уехал, вот немцы строили это все. Сообщали в газетах, что вода-то ушла из озера-то. И вынуждены были с того края гор, реки туда идут и сюда идут, вот оттуда долбить тоже канал, чтобы сюда вода шла, в озеро. А то станции перестали работать. Вот что такое. Да, я не рассказал, почему. Ну вот. Воры двое у нас были. Тоже все русские. Один стащил сапоги у другого. Один таскал. Вот нам выдают портянки новые, материал на портянке. Ну, не сразу надеваешь, бережешь материал. Байк. Вот он тащит из твоего чемодана и продает. И курит папиросы. Нам махорку дают, а он папиросочки курит. Начнешь ее спрашивать: чего ты, где ты берешь мне папиросы? Да вот я хожу на вокзал, там по вагону иду, по карману лажу, деньги дубаю, вот так. Ну, а потом один был армянин, старшина, у него была бритва, вот бритва, а у нас не было бритвы. Он разрешал все: берите, но кладите на место. Ну, ее точить-то как на ремне, вот точишь, как вы слышали, видели, так вот. Вот. Берем, кладем туда. И вдруг пропала бритва эта. А весь подразделение пользовался. Он каждого просил: ты брал, брал, но клал. Ты брал, брал, но клал. Так организовали встречу. Потом говорит: я объявляю, бритва пропала, будем искать. Несколько человек он пригласил. И Дневальному сказал: ты будешь убирать, чемодан перепрокидывай, где-нибудь бритву найдешь. Он нашел. Дневальный у того. Русский тоже. У него, я помню, я дежурный был, хожу по территории, слышу что-то шум в казарме. Зашел ночью, смотрю, возле него он лежит под одеяло мое, все стоят, ремнями лупят. Я говорю: что вы делаете? Небось, старшина, не убьем, но проучить надо. Небось, ладно, отлупили они его. Ну, утром я пришел, докладываю командиру, все нормально, ничего, ночь прошла. Только я ушел, и он пришел жаловаться ему: вот меня его избили. Командир опять мне говорит: что ты обманул меня, давай зачинщиков пригласи сюда, вызови. Я захожу в казарму, вот так и так. Командир вызывает зачинщиков.
Если кто пойдет один, осудят. Если все пойдут, ничего не будет. И все пошли. Человек 30, что ли. В очередь. Вот так. То он сообщил в штаб. Оттуда приехал комиссар. Стал разбираться. Все признали, что убили. Его взяли, увезли. И все. А мы так дружно жили. Вот из этого всего у меня и создалось впечатление русских. Расскажите о бытовых трудностях на фронте, с которыми вы сталкивались, и в какое время было труднее? Я вам скажу, самое трудное – это первый год, когда еще не знаешь ни законов, ни правил, что тебе можно, что нельзя. Тебя туда дергают, сюда дергают, то. А потом привыкаешь, все, человек к всему привыкает. Знаешь, подъем столько, в обед, завтра того столько, дежурить тебе его столько, то все. Все дома. Вот еще характерно одну мысль хочу высказать. Я сказал, что умные люди были, евреи и армяне. Умнее русских, я откровенно говорю. И вот раз так лежим мы вечером спать, и начался спор между евреем и армянином, кто кого обманет, кто кого умнее. Ну, они заявляли не просто как кто кого убьет. Ну, ты не слушай мат. Это я вот для них рассказываю. И стали спорить. А я лежу и думаю. Вот спорят, а о русском никто не вспоминает. Они оба знают, что русские хуже, глупее их. Но к нам они не относятся. Это ни те, ни другие не показывают свою. Все, жили и служили так, как все. Так, поставь. Да. Поехали. Расскажите нам, были ли известия из дома, ну, приходили ли письма, кто, когда и где, когда и какие получали вы известия из дома? Я письма постоянно получал. Но вот что хочу сказать. У нас в семье 5 братьев и сестра. Так вот, двое братьев погибли на фронте. Третий брат ранили на Финской, приехал домой, умер дома. Четвертый брат на Японской, больной, приехал домой. Правда, не раненый, дома, больной просто. И пятый я, живой, один из всех пятерых, как говорится. У сестры муж тоже погиб. Вот и все. А письма писали. Где и как вы встретили День Победы 9 мая 1945 года? Что делали в это время? Там же в части, в Кабулете. У нас в Грузии, вот в этом, в горах Сетрискара, это штаб там был постоянный, но выбрасывали подразделения в разные места, где лучше слышно. Ну вот, если Турцию нужно слушать, тут возле Батуми ближе, в Сухуми, там еще куда-то, через море хорошо слышно все. И вот мы были... Сухуми.